Братья и сестры, вам понравится сегодняшний выпуск? Я поделюсь с вами тем, что точно захватит ваше внимание. Если вы никогда не изучали это или не пытались сложить все пазлы вместе, то сегодня увидите, что Америка показана пророчествах в виде модели. Один из частых вопросов, который мне задавали многие годы, звучит так. Почему Америка не является нацией последнего дня? Почему нигде в Библии конкретно не пророчествуется, что эта страна придет к власти? Во-первых, это самая мощная демократия в мире, самая влиятельная нация на Земле. Вам нужно понимать это. И я знаю, что Китай пытается взять на себя инициативу, но Америка по-прежнему остается самой влиятельной страной на Земле. Это ведущая нация на планете по распространению Евангелия Иисуса Христа через послание веры. У нас ведущая валюта, а также мы являемся основным экономическим центром, хотя это начинает несколько меняться. Так как же нам не быть в библейских пророчествах? Почему нас не упоминают? Вот что нужно понять для начала. Библейские пророчества касаются событий прошлого и империи того времени. Речь идет об Израиле, Иерусалиме и еврейском народе. Все это сосредоточено на Ближнем Востоке или, как мы называем это, в Малой Азии. Так как все это находилось в той части мира, то и большая часть акцента делалась на них. Мировая история началась на Ближнем Востоке, в районе Ирака, Ирана, Ливана, Израиля, Египта и так далее. И все должно пройти по замкнутому кругу, поскольку пророческое время циклично. Затем все вернется обратно в ту область, что очень хорошо видно при чтении пророчеств о периоде скорби, а также в книге Откровений с 4 по 19 главу. В-третьих, как я уже упоминал, это один из важных моментов. Многие библейские пророчества, особенно Ветхий Завет, сосредоточены на Израиле, Иерусалиме и еврейском народе. Потому что эту землю Бог завещал. На этой земле Он поднял народ, чтобы распространять Слово Свое. Он взрастил здесь свой народ, который дал рождение Мессии. То есть все было сконцентрировано там. А возникает вопрос, где же Америка в пророчествах? Ответ находится в исторических закономерностях, которые подразумеваются в библейских пророчествах. Откроем Экклесиаста, первую главу с 9 по 10 стих. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Смотрите, чем я хочу поделиться с вами. Светская история повторяется. Например, Вавилон есть в книге Бытия, 11 главе. О нем же идет речь книги книге Даниила. Вся книга целиком. С 1 по 12 главу речь идет о древнем Вавилоне, который сегодня находился бы на территории современного Ирака. В книге Откровений, 17-18 главе, речь идет про тайный Вавилон, который появится в последние дни. То есть светская история повторяется. Духовная история тоже повторяется. В книге Бытия, с 6 по 9, 9 главу рассказывается о жизни Ноя. В 19 главе говорится о Лоте. А Иисус сказал, «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого». Поэтому мы увидим события, которые происходили в Библии, имеют духовную коннотацию и будут повторяться в последние дни. Мы называем это знамениями времени. И есть еще третий пункт. Национальная история тоже повторяется. Повторяются модели предыдущих империй. А я говорю об империях, записанных в Библии или империях пророчества. Например, Римская империя, Греческая империя, Вавилонская империя, Сирийская империя, Персидская империя. Шаблоны этих империй возвращаются. Это может быть не та же самая область, но она будет возвращаться назад к тем же событиям. То есть прошлые империи будут повторяться в будущем. И вот какой есть интересный момент. Я обнаружил это несколько лет назад. Я действительно это обнаружил для себя. Это уже было известно. Для кого-то, может, ничего нового. Я не хочу, чтобы вы думали, Перри берет на себя за это ответственность, а я нет. Я начал изучать удивительную историю, начиная от Христофора Колумба, который привел корабли к побережью Америки. Она была названа в честь Америга Веспуччи. Надеюсь, я произношу правильно это имя, потому что я беру все это из памяти. И от Колумба до Американской революции протянута удивительная нить, которая начинается здесь, в Америке. Я покажу вам 10 пунктов, указывающих на это. Первый – это еврейский язык. Второй – губернатор Плимутской колонии, сэр Уильям Брэдфорд, сказал в книге «История Плимутской колонии», что Бог и ангел говорили со святыми патриархами всех времен на иврите. Брэдфорд использовал иврит в начале своих книг. Отцы-основатели обсуждали вопрос о том, чтобы сделать иврит официальным языком колоний. Многие университеты Лиги Плюща предподают иврит. У некоторых из них есть печати, на которых нанесены буквы из иврита и еврейская письменность. Национальные документы Израиля и Америки объединены. Поясню, что я имею в виду. Есть национальные документы Древнего Израиля. Духовные документы и законы основаны на книге Тора. Это пятикнижие Моисея, которое он написал, находясь в пустыне. Наша конституция, согласно Гарри Трумену, основана также на Торе, Псалмах и четырех Евангелиях. Израильские и американские национальные документы соединены духовной связью. В Англии пилигримы назывались сепаратистами. Древние евреи из времен Авраама назывались иварим. Это слово тоже переводится как сепаратист. То есть те, кто переходил через реку, отделяли себя от других этим переходом. Поэтому здесь тоже есть вот такая связь. И Авраам, и пилигримы. Пришли на уже заселенную другими людьми землю. Им необходимо было овладеть ею и рассказать местным жителям о Боге. Это был четвертый пункт. Пятый пункт звучит так. Израиль был разделен между севером и югом или между северным коленом и южным коленом. А Соединенные Штаты были разделены на северную и южную часть в ходе гражданской войны. Далее номер шесть. Когда евреи строили Иерусалим как свою столицу, то он принадлежал не одному из колен. Он был центром нации для всех тринадцати колен. Когда отцы-основатели начали строить Вашингтон, он считался отдельным городом мы все колонии в конечном итоге объявили его своей столицей. Есть очень интересная связь между столицей Израиля и США. Город Иерусалим был построен, когда второй царь, царь Давид, взял под свой контроль царство. Он построил свой дом на горе Сион. Белый дом был построен как раз к тому моменту, когда в нем поселился второй президент Джон Адамс в 1800-х годах. Другими словами, второй царь Израиля построил дом на горе, чтобы жить так, в роли царя. И Белый дом был построен, когда правил второй президент США. Вот такая интересная параллель. Израиль был основан 13 племенами, а Соединенные Штаты Америки были основаны 13 колониями. Савл был первым царем Израиля, Джордж Вашингтон был первым президентом Америки. Они оба были на голову выше всех и оба не хотели свою должность. Вы можете прочитать об этом. Савл был выше всех, и он пытался убежать от должности царя. Об этом можно прочитать в первой и второй книге царств. Когда Джордж Вашингтон баллотировался в президенты, единственным достойным кандидатом, которому было предложено стать его соперником, был Израиль Пантем. Интересно то, что разделение севера и юга произошло в период гражданской войны, когда Израиль освободился от египетского рабства, а в исходе 1237 написано, что 600 тысяч мужчин вышли оттуда. Конечно, они были со своими семьями и детьми. По некоторым оценкам их могло быть от 1 миллиона 800 тысяч человек до 3 миллионов. Никто не знает точно. Интересно то, что говорят ученые на протяжении многих лет. Если мы почитаем всех, то в общей сложности могло бы быть 3 миллиона мужчин плюс женщины и дети. Когда была сформирована Конституция в Америке и была сформирована Америка, то в ней проживало 3 миллиона человек. Просто такая интересная мысль. Мы не можем доказать, было ли там точно 3 миллиона человек. Некоторые ученые в это верят, другие нет. В 1896 году 500 тысяч человек были признаны рабами. А Израиль, народ израильский, были рабами в Египте. Они были разноплеменными, как об этом говорит Библия. Мы с вами проводим общую параллель. К 1896 году Америка была многонациональной страной. Здесь жили люди с разных наций, предки которых жили сотни и тысячи лет назад, древние империи, которые находились на территории США. Это нация смешанных народов. Был Давид и был Соломон. Давид правил 40 лет. Соломон тоже правил 40 лет. И спустя 80 лет произошло разделение между Северным и Южным Царством Израиля. Спустя 80 лет, согласно нашим документам, в Америке была гражданская война, которая разделила ее на Северную и Южную Америку. Раваам взял 180 тысяч человек, чтобы воевать против Дома Израиля в период разделения. Братья воевали против братьев, колено воевали против колен. Это очень схоже на гражданскую войну, когда американцы воевали против друг друга. Семьи полностью разделялись. Кто-то воевал за север, другие воевали за юг. Было две столицы. Послушайте, это интересно. Когда Израиль разделился во времена Раваама, была северная столица в колене Дана, а южная была в Иерусалиме. Две отдельные столицы. Одна для севера, другая для юга. Одна для южного колена, другая для северного. В ходе гражданской войны Вашингтон стал столицей северной части, а на юге столицей стал Монтгомери в Алабаме, а позже ею стал Ричмонд, штат Вирджиния. То есть нация не только разделилась между севером и югом, не только между братьями, но еще и появилась две новые столицы. Так же было во времена Древнего Израиля. Две разные столицы появились тогда и в течение гражданской войны. Во время резолюции Конгресса, датированной 2 мая 1864 года, было предложено, я процитирую, исповедовать и покаяться в своих многообразных грехах, умолять Всевышнего о сострадании и прощении. Умолять его, как верховного правителя Мира не губить нас как народ. Интересно, заходят ли люди, находящиеся у власти в Вашингтоне, попросить нацию покаяться и исповедаться? И захотят ли они просить их умолять Бога, не уничтожать нацию? Сомневаюсь, что такие найдутся. Десять из 400 человек, возможно, сделали бы это в государственных столицах. 30 апреля 1863 года Линкольн сказал, долг народов, так же как и людей, полагается на главенствующую силу Божию исповедовать свои грехи и проступки со смиренной скорбью, но с твердой надеждой на то, что искреннее покаяние приведет к милости и прощению. Нам же нужно смириться перед обиженной властью, покаяться в наших национальных грехах и молиться о помиловании и прощении. Лично я верю, что одна из причин, почему гражданская война была прекращена и нация объединилась, это молитвы многих людей. Множество людей, которые каялись в грехах нации, включая грех рабства, они призывали имя Господа Бога для исцеления народа. Вторая паралипоменон 7.14, там мы можем прочитать с вами «И смириться народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей» своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». Без сомнений, духовные шаблоны древнего Израиля можно провести параллельно с духовными шаблонами США, даже в некоторых политических вопросах. Да, конкретно Америку мы не находим в пророчествах, но мы можем найти то, что подразумевалось, то, что говорилось притчами, и мы можем отнести это к Америке. Это нация, которая приносит плоды. Но также я могу сказать, что это относится к церкви, которая приносит духовные плоды, то есть души для Божьего Царства. Одна из самых интересных параллелей, которую мы уже изучали много лет назад, это связь между Древней Римской империей, Древней Республикой и Соединенными Штатами. Повторюсь, если вы не слышали об этом ранее, то это будет для вас удивительной информацией. Вот что хочу отметить первым. Рим и Америка ⁇ это сверхдержавы. Рим был таковым в те дни, а Америка сейчас. У Рима были великие военные силы. Америка, без сомнения, обладает великой военной силой сейчас. У Рима и Америки есть Сенат. У этих двух государств есть сенаторы. У них есть капиталические холмы. У Рима и Америки на политических эмблемах присутствует орел. Есть один главный лидер в Америке, это президент. А в Риме это был Цезарь. И в Риме и в Америке было разрешено убивать младенцев. Это происходило, когда родился Иисус. Ирод послал римских солдат, чтобы убить младенцев. С 1973 года и по настоящее время на законодательном уровне разрешено делать аборты. Америка и Рим помешаны на играх и спорте. Самыми высокооплачиваемыми людьми в Риме были атлеты. Они зарабатывали больше всех. Это также относится и к сегодняшним атлетам в Америке. Они получают миллионы и миллионы долларов в год, если они могут привлекать толпу и побеждать в играх. Римляне и те, кто живет в Америке, встают за свой национальный гимн. Люди кладут себе руку на сердце и клянутся в верности своему флагу. У Америки есть национальный гимн, и особенно те, кто служит в армии, и те, кто уважает страну и флаг, прикладывают руку к сердцу. Мы сейчас так не делаем, но... Но в ранние годы все школы присягали на верность флагу. Они были преданы нации и свободе. Америка и Рим обращались к восточным культурам и религиям. Обе эти страны поднимали налоги для простых людей. Рим был помешан на однополых отношениях. Это также истина для Америки. Однако Рим развратился политически изнутри и пал изнутри. Произойдет ли то же самое в конце концов из США? Я говорю о том, что духовные шаблоны древнего Израиля перекликаются с Соединенными Штатами Америки. Что это значит? Это значит, что если США будет следовать грехам древнего Израиля, то и последствия будут такими же, как и у древнего Израиля. Израиль следовал слову Бога, народ покаялся и вернулся к Богу. Тогда пришли великие благословения на эту землю. Шел дождь во время засухи, урожай был благословлен, животные были благословлены. То же самое самое будет происходить и в Америке, но это придет через покаяние штатов, округов и правителей. Нужно повернуться к Богу. Политически здесь нет никаких вопросов. Я показал вам только некоторые параллели, а их более 20. Это связь между Римской империей и США. Важно отметить, Рим делал определенные вещи, начинал преследовать христиан, делать ужасные вещи по отношению к людям. Тогда приходил суд. Вы знали, что 10-й римский легион вошел в город Иерусалим и сжег храм Датла? Это произошло, по мнению большинства раввинов, 9 числа в 5 месяц Ав по еврейскому календарю. 9 месяцев спустя в Италии, в одном из самых больших городов Помпеи, было извержение вулкана Везувий. Это полностью уничтожило не только Помпеи, но и рядом прилегающие земли. Многие говорят, что это стало результатом их разрушения Иерусалима. Из-за разрушения храма. А четыре самых больших храма для идолов были полностью разрушены после извержения вулкана. Многие думают, что из-за 27 публичных домов, из-за идолопоклонства, из-за ухода, христиан Рим получил свой суд. Очень даже возможно. Что произошло с Израилем? Отсутствие дождя, пленение у других народов, засуха, голод, мор, войны. Какое наказание получил Рим? Если вы посмотрите на историю Рима, кочевые племена в конце концов пришли. Пришельцы в конце концов пришли. Купили территорию и захватили ее. Я не буду называть конкретные страны, вы сами все знаете. Но прямо через дорогу от нас находится огромный завод это бумажный завод который был закрыт пришла иностранная компания и выкупила весь завод сейчас он принадлежит иностранной компании рядом с нами есть еще одна иностранная компания производящая огромные вещи еще одна иностранная компания недавно одно из крупнейших фермерских хозяйств было куплено иностранной компанией что с нами происходит я думаю, это воля Божья. Я не против иностранцев. Мои бабушки и дедушки приехали из Италии, Мин, другие мои предки приехали из Ирландии. То есть я прекрасно отношусь к приезжим людям. Но если вы читаете Библию, то знаете, что одним из недостатков благословения или благосклонности является незнакомец среди вас, который поднимается намного выше вас и начинает контролировать и владеть вами. Это просто нужно понять. Мы можем увидеть это в Америке. Когда зарубежные компании приходят и покупают то, что ранее принадлежало американцам, то, что принадлежало семьям, которые в течение многих поколений возделывали землю, заботились о нашей пище, о нашем электричестве, холоде и так далее, это начинает меняться. Думаю, вам нужно кое-что поменять. Что нужно сделать Америке? Покаяться. Покаяние не значит просто сказать «мне так жаль». Я сейчас по этой теме готовлю учение. Это не значит просто сказать «мне жаль». Я не должен был этого делать. Прости, это только часть. Потому что Божье сожаление работает на покаяние. На самом деле это означает, что нужно полностью изменить мышление. Нам нужно изменить мышление. К этому можно прийти только через Божье Слово и через силу Святого Духа. Если мы этого не сделаем, то все те шаблоны, которые были в древнем Израиле, о которых мы читали, будут повторяться в государстве, политической системе, в штатах. Все, что вы слышали о крахе Рима, о политической коррупции, когда одни сенаторы просто начинали убивать других, если хотели быть у власти. Они просто убирали остальных, начинали лгать и разносить слухи, чтобы удержать власть. Это была Римская империя в конце IV века. Дамы и господа, это образец для США. Поэтому я думаю, что нам нужно развернуться и покаяться. Особенно церквям. Суд начинается с дома Божьего. Надеюсь, вам понравилось окунуться в историю. Мне так это нравится. Мне нравятся шаблоны и циклы времени. Вы это знаете. Посетите Международный пророческий саммит с 27 по 30 апреля в Международном центре Омега. А вы услышите пророчество Джона Кана, Лесла Уоллана, Джимми Эванса, Марка Билца. Билла Клауда и Перри Стоуна. Зарегистрируйтесь онлайн на сайте, указанном на экране. Там вы узнаете дополнительные данные. Число мест ограничено. Не пропустите свежую мудрость и глубокие пророческие откровения на Международном пророческом саммите. Мы ждем вас.